Европа привлекает нас не только замечательной природой и красивыми городами, но и своими историческими памятниками. Одним туристам нравятся древние соборы и церкви, других же впечатляют сумрачные и величественные средневековые крепости и замки. Планируя путешествие по Франции, важно знать, где находятся те или иные достопримечательности. Например, во Франции существует свыше 40 старинных замков. Вряд ли их можно увидеть за одну поездку. Мы составили для вас список самых красивых и интересных замков Франции с названиями и фото. Надеюсь, он поможет вам спланировать идеальный маршрут и увидеть много необычного и впечатляющего. Краткий гид по замкам Франции. Известные замки вокруг Парижа. Замки долины Луары во Франции. Старинные замки на юге Франции. Список самых красивых замков Франции. Замок Пьерфон, замок Винсент, Париж, дворец Шантии, замок Ла-Рош-Джион, замок Бомениль-Мон-Сен-Мишель, замок на острове во Франции Сюли-Сюр-Луар, замок дворец Шамбор, крепость Фужер-Сюр-Бьевер, замок Амбуаз, замок Шинонса, Самюр, элегантный замок Бриссак, замок Роктайт, крепость Каркасон, замок Пью-Мартин. Замки вокруг Парижа и на северо-западе Франции. Многие туристы в первую очередь едут смотреть старинные замки вокруг Парижа. Проще всего арендовать машину в аэропорту и организовать себе однодневные туры по нескольким окрестным замкам. Примерный маршрут по замкам вокруг Парижа такой: Винсентский замок Пьерфон, замок Шатье, Ла-Рош-Джион, замок Бомениль. Затем посмотреть очень красивый кафедральный собор в Аржантане, переночевать в недорогом, но невероятно милом местечке Лил-де-Сис, а на следующий день – отдельная поездка в замок Мон-Сен-Мишель. Знаменитые замки Франции на карте. Перед поездкой стоит перечитать советы по аренде авто в Европе. 1. Замок Пьерфон, Пьерфондес. Красивый и светлый замок Пьерфон находится в 98 километрах к северо-востоку от Парижа, на окраине знаменитого Компьенского леса. Ближайший город Компьен, официальный сайт замка. Замок на карте. Здесь больше, чем 2. Замок Винсен, Чато де Винсенес, Париж. Небольшой и массивный винсенский замок, построен в 14 веке и модернизирован в 17 веке. Находится в восточной части Парижа. Особое внимание привлекает шестиэтажный бастион с цилиндрическими башнями по углам донжон. До замка можно доехать на метро, желтая линия 1, до конечной станции Чато де Винсенес. Официальный сайт замка на карте. Замок находится здесь больше, чем сейчас читают. Как добраться из аэропорта Барселоны в центр города и обратно. 3. Замок Шантии, Чато де Чантилли, рядом с Парижем. Замок находится в часе езды от Парижа. Комплекс состоит из двух отдельных дворцов, окруженных водой, Петит Чато и Гранд Чато, с красивым садом между ними. Официальный сайт. Время работы замка – 10:00-18:00. Замок на карте. 4. Замок Ла-Рош-Гийон, Ла-Рош-Джион. Замок Ла-Рош-Гийон расположен в 70 километрах западнее Парижа. Здание будто бы врезано в гору. На карте это здесь 5. Замок Бомениль, Чато де Бомеснил, красивый и богато декорированный дворец, окруженный водой. Ближайший город Аржантан, Аргентан, на карте это здесь больше, чем 6. Мон-Сен-Мишель, Монт-Сейнт-Мишел, замок на острове во Франции. Самый посещаемый и самый величественный замок Франции, Мон-Сен-Мишель, расположен дальше всех от Парижа. Красивое аббатство Сен-Мишель находится на холме, расположенном на небольшом острове, где до сих пор живут люди. Замок на карте. Цены на билеты и часы работы смотрите на ОФ. Сайте по этой ссылке. Для тех, у кого нет времени готовиться к поездке, подготовили список самой интересной экскурсии в Париже бесплатные либо с гидом на русском языке. Замки Франции, расположенные в долине реки Луара. Пожалуй, в этом регионе расположены самые красивые замки Франции. Расстояние от Парижа до замков Луары около 150 километров. Поэтому, если планируете посмотреть все эти замки, начинайте маршрут с Орлеана, постепенно передвигаясь на запад в сторону Нанта. Смотрите, где находятся замки Луары на карте Франции. 7. Замок Сюли-Сюр-Луар, Чато де Сали-Сер-Лойор, небольшой, но очень эффектный замок на острове. Расположен в 50 километрах юго-восточнее Орлеана. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.